Открытие разных вкладок при запуске браузера Google Chrome. Итак, я открываю свой браузер и видим, да, при запуске у меня по умолчанию открываются вот тут какие-то вкладочки. Где выбрать эти настройки, что открывать при запуске. Итак, переходим в меню, это три точки справа вверху, тут сеттинг, настройки. У меня английская версия, у вас может быть русская, но это не важно. Переходим в настройки. И вот тут слева есть под меню On Startup. В общем, значок вот такой вот. Переходим сюда. И тут вы можете добавлять, удалять вкладки, которые будут запускаться при старте. Допустим, эту я удалю. Добавлю, давайте, какой-то сайт. Terecon.com. Надеюсь, я правильно написал. Ему добавить. Теперь закрываю браузер. Открываю. И видим третья вкладочка. Это у меня сайт футбольных новостей Терекон. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, я вам помог.